Всем привет! В этом ролике я расскажу новости, касающиеся Террарии. И начнем с самого вкусного, это Android-версия игры, обновление 1.3. Разработчики обещают закончить бета-версию в ближайшее время, надеюсь, это так, и по срокам они не будут запаздывать, потому что уже хочется попробовать. Основная проблема с Android-версией — это мультиплеер. Разработчики говорят, что они его активно допиливают, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ну а сейчас поговорим про консольщиков. Когда разрабы выпустили обнову 1.3.1, они не стали медлить и приступили к новому обновлению. В игру они добавляют новые предметы, а также текстуры. Ну а на этом все, что я хотел сказать, я сказал. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте в комментариях, ждете ли вы версию 1.3.